Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я сделаю маленький обзор на пенные насадки для Husqvarna PV125. Ну, как бы есть штатная насадка, которая не насадка, а пенник, который шел. Есть, который я приобрел на Алиэкспрессе, по-моему, в районе $19-20, что он стоил там. Для чистоты эксперимента я из этого пенника, с которым обычно пользуюсь, перелью сюда, чтобы не говорили, что некоторые могут сказать, что состав разный, еще что-то. На самом деле я не знаю, что по факту получится, потому что я как бы купил эту насадку еще до того, как приобрел даже саму мойку высокого давления, но получилось так, что потому что планировал другую мойку высокого давления, а там пенника даже не было в комплекте. Сейчас посмотрим, что получится у нас. Пенник, который я покупал на Алиэкспрессе. Вот, поменял насадку. Сейчас это пенник, который шел в комплекте. Видите, что это, даже эмульсию нормально не дает. Ну, то есть вот это стандартный пенник, который шел в комплекте. То есть, как говорится, лучше один раз увидеть своими глазами. Поэтому рекомендую все-таки покупать дополнительный пенник, тем более он стоит не так уж и дорого, но при этом пена получается более густая, потому что эмульсия, которая наносится со стандартного пенника, она, конечно, также наносит чистящее средство, но я думаю, не столь эффективно она получается. Подписывайтесь. С удовольствием отвечу на ваши комментарии. Всем хорошего дня.